Всем привет, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем канале From UA to UK. Сегодня у нас семейное мотивационное видео про один день нашей жизни в Англии. Я часто слышала от вас, мои дорогие, что чего-то не хватает в моих влогах. Это видео я постаралась сделать максимально интересным и разнообразным. Надеюсь, вы оцените мои старания, ведь я только учусь. Мое утро начинается с чаечка и галетного печенья. Детки еще спят, и я могу посидеть, помечтать, подумать, спуститься на землю и приступить к приготовлению завтрака. Вчера в интернете ночью сидела, нашла рецепт, буду пробовать блинов. Значит, там идет 200 грамм молока, 200 грамм водички, 130 грамм муки, в общем, вот эта вот чашечка, 30 грамм сливочного масла, 3 столовых ложки сахара, 1/3 чайной ложки соли, 3 яичка. Так что буду делать блины, попробую сейчас. Ну, вроде бы у этой девушки такие красивые получились. Ну, поехали. Вы знаете, мы с детками так любим всякую выпечку. Блины, оладики, какие-то булочки, пирожки. Поэтому я часто тут готовлю, ну, особенно такое, там, блинчики, оладики, потому что это быстро и на завтрак вообще супер. В приготовлении блинов меня мама научила одному секрету. Вот картошечка, подсолнечное масло и вот этим вот смазывать сковородку. Я так понимаю, масло равномерно распределяется и получаются такие хорошие блинчики. Не знаю, насколько это действенный метод, но, как мама сказала, так и рублю. В этом рецепте все-таки маловато было муки, и я добавляла. Надо или одно яйцо убрать, или все-таки добавить грамм 50-60 муки. Ну, видите, блинчики получились хорошие. Тесто с комочками, потому что муку подсыпала в конце. Ну, рецепт неплохой, я вам скажу, очень даже неплохой. Без всякой там соды, разрыхлителя. Блинчики тоненькие, хрустящая корочка по краям. Поэтому рецепт оставлю в описании. А пока тут у меня блины жарятся. Детки уже проснулись. Доброе утро! Доброе утро! Проснулись, смотрят мультики. А я побежала. Блинчики сейчас сгорят. Про Валерку, да? Класс! Вот такая красота получилась. Уже не терпится их попробовать. У нас тут есть бабулечка, соседка, такая женщина хорошая. И она, я вот после операции приехала, она мне стирку сняла, говорит, если надо, я с детьми погуляю. У нее тут небольшой сад, она мне постоянно приносит помидорчики, у нее такие маленькие, красивые, домашние. А я ее угощаю всегда, то, что я там готовлю или пеку. Сейчас блинчиков ей отнесу. Вот такие помидорки мне эта бабушка каждый день приносит, а я ей сейчас вот эти блинчики отнесу, угощу ее. Сейчас блинчики намажу нутеллой. У нас сегодня сладкое утро. Налью холодный чаек и будем завтракать. А себе я разогреваю вчерашнюю овсянку. А я так пока снимала, она у меня сейчас пригорит. Все, она уже готова. Оп. Какой вкусный завтрак, а я на послеоперационной диете. Затем мальчишки приступили к поливу нашего огородика, ну как сказать огородика, такого мини-сада. Илюшка полил тут все? Да, по-моему, мы, ребята, закончили. Обязательно ставьте лайк, еще раз подписывайтесь на канал. И подписывайтесь на канал. Вау, там еще одна. Клубничка выросла? Да, у нас выросла первая клубничка. Нет, классно. Не вот мой бугай. Пошли, Илюх. Вот помощник мне. Что, Сашка? Сашка катается, да? Ага. Польешь, Илюх? Не сильно тяжело? Спасибо, зайка, большое тебе. Ты на все цветочки оставишь водичку, хорошо? У Илюхи свой метод полива, да, Илюх? Все, Илюх, спасибо за помощь. Подойди. А? А, Сашка едет.
Саша, ты что творишь без рук? Боже, вот это сердце у меня останавливается, Сашуня, ты что? Фух. Тебе 6 лет, Саша, еще так дети не катаются 6 лет. Я так, наверное, лет в 12 только научилась кататься. Ужас. Нет, мне вообще до 7 лет. Еще не 7. 7 будет 14 сентября, да? А дети хотят трюки показать. Мама, сними нас, как мы классно ездим. Ой, так страшно за них постоянно, я не могу. Ну, понимаю, что они мальчики и все такое. Надо меньше переживать. А я каждый раз, сердце останавливается. Боже мой, ужас. Саша, все, давай, чуть-чуть проехался и все. Саша, руки в карманы не вздумай, ты что? Илюшка. О, научился подпрыгивать. Ну, молодцы, ребята, молодцы, экстремалы просто. Катайтесь. Катайтесь, Сашонечка. Я по плану уборочка, сейчас хочу постель у всех поменять. Потому что как была в больнице, получается, уже полторы недели не меняла. Ужас. Сейчас немножко уже... Сегодня 6-й день после операции, да. Я себя чувствую гораздо легче просто. Это не передать. Я уже рада, что мне легче. Я готова снова к уборке, к готовке и к обычной нормальной человеческой жизни. Так что поехали. Небольшая мотивация от меня на сегодня. Начала я уборочку со второго этажа. Сейчас постельное сниму у мальчиков и сразу же поскорее его в машинку. Тут-то мальчики притихли, как раз проверю, как они там. Когда такая тишина, это или они чем-то заняты, или уже что-то творят. Я слышу здорово! Класс! Это что такое? Это знаки из детей за руку. А, это что, когда переходишь дорогу, это такой знак. Ребенок с родителем должен идти за руку, да? Ты моя умничка, молодец. Вот так вот правила дорожного движения от Илюшки. Я делаю дорогу, я ее вырезаю и для этих машин. А, ты делаешь дорогу. Да. Класс, вот молодец. Мне понадобится место правильно. Ага, хорошо. Ну, это так, а я иду к своей машинке, буду загружать стирочку. У меня накопилось много стирки, у меня сегодня много уборки. И я, правда, этому очень рада, потому что я люблю заниматься всякими домашними делами. В общем, я домашний человек. Еще большой плюс то, что дети сегодня чем-то заняты целый день, сами себя занимают, правда, рисуют, что-то строят, делают. Я действительно сегодня настолько спокойно все поснимала, все поубирала, все поделала. Это, наверное, первый день такой, чтобы дети настолько себя хорошо вели. Продолжаю уборку, вытираю пыль, привожу в порядок их полочки для творчества. Также мы сегодня будем спускать лодочку и уточку, да? Да, потому что скоро уже будет холодно, да? Угу, да, уже лето заканчивается. А я хочу, чтобы снег был. И так, скоро мы выпустим ролик про снег. Да, когда будет зима, выпустим ролик про снег. Это уже моя кровать, тоже снимала постельное тут. А это, смотрите, это мне Сашка подарил. Это мой портрет. Сам нарисовал меня красавицу. Ой, ну конечно, это очень смешно. Ну, действительно, мне кажется, настолько хорошо получилось. Просто супер. А пока я тут снимаю постельное. Саша, что ты тут делаешь? Расскажи, пожалуйста. Ты сдуваешь лодочку, да? Да. Бедняжка уже, наверное, минут 10 или 15 с ней возится. Ну, Сашка, почти уже, да? Нет, я могу где-то... 15 минут. Где-то 15 минут. Давайте дальше спать. Давайте дальше спать. Спокойной ночи, Саша. Спокойной ночи. Папам-папам. Сашунечка. Саша, умничка. Сдул лодку. Ну, давай, сложи в пакет. Лодку? Ага. Смотри, лодку и этого. Где лодка? Вон там? Что случилось? Сейчас, Илюша. У нас Илюша пищал. Все, Иль, Сашечка, умничка. Минут, наверное, 15 или 20 с этой лодкой. Мучался. Положи пакетик. Да не мучился, мне было весело. Весело, ты у меня умничка. Сначала вот это уже. Ага. Когда уже будет опять лето, мы будем тоже пить. Ставить их нужно на потом, на лето. Ты его наоборот сложи, как она. Угу. Кстати, у меня эта лодка уже сдувается. Да что она сдувается? Ну, нет, просто там дырки. Yes.
Нет, все, умничка, Сашуня, да? На, ребята, вам. Кульминация. Я скажу, давай, давай, давай. Раз, два, три. Три. О-оу. А я наконец-то поставила детям ворота. Сегодня собрала их. А! Боже, Саша, ты ближе подойди лучше. Так как сегодня реально был загруженный день, у меня такой ленивый обед. Вот, так что мы сейчас быстро покушаем и пойдем на площадку. Уборка уборкой, но я понимаю, что это мальчик, им хочется где-то погонять, покататься. Пока есть такая возможность, я не работаю, я пользуюсь моментом. И мы каждый день где-то ходим, гуляем, мальчики выплескивают свою энергию, а потом и хорошо спят, и хорошо кушают, и я тоже вместе с ними. Поблизости есть только две площадки, но они классные, и нам этого достаточно хватает. Это Виктория Парк, и это самая-самая любимая детская площадка, потому что тут можно покататься на великах. Тут есть дорожки, и тут разрешается кататься, плюс тут такие вот необычные горки, большие многоугольники и просто классные качели. Саша у нас любит находки, будет там ходить искать что-то, да? Понятно. Ну, давай. Удачи тебе, Сашунь. Каждый занят своим делом. Красота. А я сижу на лавочке, отдыхаю, наблюдаю за ними. Ну, мы немного погуляли и уже идем домой. А я медленно, но уверенно продвигаюсь вперед и продолжаю свою уборочку. Сейчас надену постельное. Слава богу, она уже высохла, пока мы гуляли. Так что вперед. А Илюшка мне тоже помогает игрушки немножко сложить. И теперь самое-самое приятное. Когда чистое постельное, ты уже его застилаешь, как оно приятно пахнет, приятно хрустит. И самое приятное, это первая ночь в чистом пахучем постельном. Я вообще очень люблю всякие запахи. Я уже об этом говорила, наверное, 100 раз, но это правда. У меня прям какая-то фобия. Не знаю, это с детства. Я просто замечаю, что есть такие люди. Да, я, кстати, закончила с постельным, сейчас надо пропылесосить все, да, под кроватью тоже, и потом я приступлю к мытью полов. Еще нельзя ничего тяжелого поднимать, хорошо, что у меня таких два пацана крепких, мне помогают тут диваны подвигать или еще что-то. Фух, ребята, я это сделала, я убрала все. Так приятно ходить по чистому полу. У меня полы не мылись больше недели, поэтому я рада, что наконец-то это сделала. Навела порядок, постельная, полы, немного пыль повытирала, и уже красота. Конечно, у меня на кухне такой страшный ковер, но слава богу за такой, он чистый зато. Вот такой неприятный пол, если честно, я попросила, мне родственники подогнали коврик, я его в машинке постирала, он вообще идеально чистый, ну просто немножко уже старенький. Понятно, эти ободранные стены дают такую некую неопрятность кухне, но я не жалуюсь, я довольна. Благодарю Бога за то, что у меня есть, потому что в Украине бы сидела бы в подвале, а тут все условия для жизни. Ну, пошли на второй этаж. Пам-парам-папам, идем на второй этаж. Там мальчишки пользуются моментом, взяли телефон. Я ухаживаю за драконом. Молодец. У нас время, можно поиграть или посмотреть, что хочешь. Я ухожу за драконом, видите? Ага, чистый. Молодец. Так, это у нас спальня. Мам, а что с этим? Сизайка, я сниму, хорошо? Я не знаю сейчас. Так. Я ухожу всегда за драконом. Ага, Сашенечка. Я попозже посмотрю. Ага, хорошо, хорошо, Саша. Так, тут тоже порядок навела. Ля-ля-ля. Ну, тут у нас шкафчики. Наша гардеробная. Тоже порядочек.
Оп. Опа. Самое приятное, идешь, и ничего под ногами нету, ни мусора, ничего. Сейчас, Илюш, к сожалению, ванную я не успела помыть. Просто пол помыла, сейчас детвору уложу и буду вымывать. Выдраивать ванную, раковину, тут надо много, в общем, работы. Ну, это на ночь оставлю. Так что, такие у нас порядки за сегодня. Вечернее время, бегу готовить ужин. На ужин у нас будут отбивные. Ну, как отбивные, просто куриное мясо в панировке, то есть в муке, в яйце. У меня просто нет молоточка. И также я овощи. Илюше овощи нарежу, а Саше кукурузу. Я на вечер стараюсь, чтобы у нас не было никаких таких тяжелых, знаете, продуктов, там, например, картошки там, или макарон. И также мы не едим сладости на ночь. Потому что, например, я склонна к полноте, очень даже. Илюша склонен к полноте. Наш первый ужин готов. Чтобы вы понимали, у нас бывает и два ужина, и три ужина. Мальчики едят очень много, особенно тут. Я думаю, что у них сейчас какая-то активная фаза роста. Поэтому у нас минимум 5 раз в день или 6 раз в день они вот такие вот порции съедают. То есть я кушаю 3 раза в день, а они 5. Последнее приключение на сегодня – это поход к вечернему Северному морю. И еще мне надо зайти в пару магазинов, посмотреть средства от комаров. Ну, а мальчикам просто интересно походить, все посмотреть. В общем, я приобрела вот такую штучку и любимые детские сладости. Мы вообще очень любим море. Для нас это как бальзам для души. Мы тут в Англии настолько уже соскучились за нашими родственниками, за нашими близкими, просто за нашим городом, я не знаю, за всем. И когда мы сюда приходим, мы просто как немножко, получается, отпустить всю эту ситуацию, расслабиться, подышать свежим воздухом, поплавать, вот, оздоровиться. Поэтому мы стараемся каждый день сюда приходить, потому что это такое бесплатное и очень хорошее для нас развлечение. Конечно, я благодарна судьбе за то, что у нас есть возможность пожить возле моря в хороших условиях, но... Жаль, что при таких обстоятельствах, и очень жаль, что без самых наших любимых, близких и родных. Но мы, конечно, не теряем надежды и надеемся, что мы скоро всех увидим. А у нас уже ночь. Мы пришли домой, покупались, и сейчас у нас вечерние сказочки. Дети у нас очень любят почитать всякие сказочки, посмотреть книжечки, картинки. Это их успокаивает, настраивает на сон. Класс. Вот и сказочки конец. А кто слушал? А? Молодец. А кто не слушал, что? Кто не куску съел? А Саша, ага, говорил, бобёра съел. Так, следующее. Была была бабушка. Сейчас такая да, смешная, свистит себе что-то свисток, да? И бегали детки вокруг с мячом, а она была, смотрела за правилами, если кто-то нарушал, она свистела в свисток и говорила, вы нарушаете правила. Вот. И бабушка очень любила детей, собирала их у себя дома, рассказывала им сказки. Рассказывала сказки про снег, про санки, как зимой хорошо бывает. Когда снежок, можно на санках посъезжать. Дети были в восторге от бабушкиных сказок. Вот. И вот дети нашли волшебный ключ и превратились в маленьких и оказались в маленьком доме кукольном. Когда они зашли, они были в восторге, ведь вокруг было много снега, прям как у бабушки в книге. Они были в восторге, они бегали, играли, им было так весело. Они слепили Деда Мороза, и тут они увидели большую башню. Им было очень-очень весело. Они катались, играли. И, представляете, увидели мальчика и налетели на него.
Наше видео подходит к окончанию. Спасибо, что досмотрели его до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Мы очень старались. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на наши соцсети: Facebook, Instagram, Telegram, Яндекс.Дзен. Друзья, до нового видео. Всем мира, всем пока. Пока.